Ты действительно думаешь, что сможешь? Так, думаю, это все, да? Что ж, не говори, что я тебя не предупреждал. Что ж, я пошел, Гилби. Папирус, тебе взять чего-нибудь? Нет! Сэнс! Ха, утречко, бро. Сейчас ночь. Или наверняка трудно сказать, который сейчас. Сэнс, тебе что, приснился кошмар? Думаю, да. Он был очень реалистичным. Сэнс, хочешь поговорить об этом? Малой не мог. Папирус. 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 Ты не можешь умереть. Ух, не, он был не настолько страшным. Кажется, ты не готов мне рассказать. Я знаю, что тебя пободрит. Как только мы получим наш полноценный отдых, то мы сможем перейти к перекалибровке всех наших головоломок. А до тех пор... Я, Великий Папирус, позволю тебе спать на моей кровати, чтобы хорошенько выспаться. Не, мне здесь хорошо. Пожалуй, я останусь. А? Почему? Я думаю, что что-то не так с лестницей. Что случилось с лестницей? Она в порядке? Не знаю, просто я им не доверяю. Потому что никогда не знаешь, к чему они ведут. Постель! Сейчас же! Окей. Окей, Санс, сегодня тот день. Не-е-е-е, я чувствую это, Санс. Я чувствую это своими костями. Это было бы здорово. Я знаю. Сегодня день, когда сюда придет человек, и мы должны быть готовы. Санс, отправляйся вперед на свой пост. Я останусь на своем. Окей, папс. Ох, и не смей расслабляться. Я все узнаю. Понял. А? Это я что подумал? Верно, это человек! Боже, папс такой умный! Похоже, у меня нет выбора. Кроме того, это сделает моего бро очень счастливым. Человек. Ты что, не знаешь, как приветствовать нового приятеля? Повернись и пожми мне руку. Старый трюк подушкой-пернушкой в руке. Это всегда смешно. В любом случае, ты же человек, верно? Это забавно. Я Санс, скелет Санс. По идее, сейчас ты должен смотреть, есть ли здесь люди. Но знаешь, меня это особо не волнует. Ну вот мой брат, Папирус. Он человек-охотничий фанатик. Эй, вообще, я думаю, это он вон там. У меня есть идея. Пройди через это подобие ворот. Ага, просто пройди. Мой брат сделал брусья слишком широкими, чтобы хоть кого-то остановить. Что? Что происходит? Тяжелый день по поимке человека. О, Санс, это великолепно. Останься здесь и задержи человека, хорошо? Я должен подготовить свой неприятный пазл. Окей, веселись. А? Эй, малой, веселишься, решая пазл Папируса? О, да ты, похоже, продрог до костей. Ты прав, это не смешно. Особенно, когда тебе холодно. Знаешь... Ты смог порвать Папируса сегодня? Ну, тебе все равно придется вернуть его позже. Ну, считай... Считай это жестом благодарности. Держи, это поможет тебе согреться.
Не волнуйся о том, что она будет на тебе. Просто смотри и не приделай ей ноги. Хочешь, чтобы я понес тебя? Ну ладно. Только знай, что я не делаю это для кого попало. Окей. Пошли посмотрим, что папа там придумал. Эх, человек! Добро пожаловать в... Санс? Что ты делаешь? Прости, бро. Он одолел меня. Одолел? Ты должен был задержать его, а не приносить. Так я никогда не стану членом Королевской Гвардии. Мне кажется, человек взял меня за живое. Санс, нет! Санс, да. К тому же, человек замерзал. А, нет, с ним все хорошо. Ага, просто я подумал, что ты не захочешь доставлять Андайн мороженое человека. Хе, тогда нужно приступить к радикальным мерам. Не-хе-хе-хе, удобный человек. Ну, должно быть. Я обеспечил тебя самыми теплыми одеялами, а также у тебя есть чашка наилучшего какао. Ты являешься очень важной персоной, так что я, великий Опирус, хотел бы узнать твое имя. Я не думаю, что он говорит, пап. Ох, нет, это просто ужасно. Что ж, думаю, человек будет гораздо лучше. Так что, человек, ты мой пленник. Было очень приятно встретить такого же любителя пазлов, как и я, но тем не менее. Ты должен оставаться здесь, чтобы быть в безопасности. Снаружи очень холодно, и ты можешь замерзнуть. Хорошо, что великий Опирус был рядом, чтобы спасти тебя. Хорошо, человек, оставайся в сарае. Хорошая работа, бро. Знал, что справишься. Да. О, нет, я знаю это лицо. Что-то не так? Не. О, ну же, папс. Мне-то может сказать все, что угодно. Санс, я действительно хочу стать членом Королевской Гвардии, но это человек. Если я приведу его к Андайн, то она приведет его к Асгору. Я не думаю, что человек мне так понравится. Что я должен делать? Бро, ты самый крутой и умный набор костей, что я знаю. Неважно, какое решение ты примешь, оно будет правильным. И каким бы оно ни было, я поддержу тебя. О, спасибо, Санс. Хе, только не оборачивайся, человек сбежал. Не! Говорил же, нужно починить замок. Что? Нет, стой, человек! Ты же не хочешь постудиться! Боже, я устал до мозга костей. Пап справится с этим. Время для обеденного сна. Постой! Нет, Андайн, ты не можешь. Этот человек. Нет, эта тварь. Ее нельзя остановить. Ты видела, что она сделала с Па, то есть со всеми остальными? Нам нужно уходить. Нам нужно эвакуироваться. Нет, я не могу, Альфис. Но ты... Ты должна готовиться. Готовиться к эвакуации. Ты же знаешь, я должна сражаться. Андайн, неужели ты пришла сюда, потому что... Потому что я думаю, что погибну? Ха! Никогда! Я убью ее. Просто готовься к худшему, а надейся на лучшее. Я знаю, что целый мир болеет за меня. Я не могу проиграть. Так что не плачь, Альфис. Санс. Я... А? О, привет, Андайн. А? Прости меня, ты меня до сельди напугала. Верно, в этом весь ты. И я должна идти, нельзя терять времени. Андай. Не беспокойся, Альфи. Я все исправлю, просто верь в меня, хорошо? Хорошо. И да, Санс, я тоже любила его. Санс? Санс, погоди.
тебе не захочется это видеть. Камеры сфокусированы только на человеке. Альфи, эта машина записывает все на видео? Да. А что? Есть ли у тебя камеры вокруг Сноудена? Нет! Не заставляй меня! Не заставляй меня видеть это снова! Нет, 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 нет! Папирус! Папирус, нет! Не снова, папирус! 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 Брат, ты меня звал? Папирус! Санс? Человек, оставайся в комнате и закрой дверь! Санс! Санс! Санс, успокойся! Санс, я здесь! Папирус здесь! Я здесь! Санс! Я здесь! Я здесь, Санс! Неважно, что ты увидел обо мне! Это неправда! Я в порядке! Я здесь! Рядом с тобой! Пупс! Бро... Я... Нет, Санс, ты не должен рассказывать об этом, если ты этого не хочешь. Спасибо. Санс, может, пока эти кошмары не прекратятся, ты будешь спать в моей комнате? Ты хорошо бы спустя прошлой ночью? Не, мне больше по нраву диван. И я пошел к Грилби. Санс, прошу, не убегай! Ты можешь не говорить об этом, но, пожалуйста, не убегай. Ты можешь присоединиться к нашей с человеком ночевке. Может быть, это поможет. Папирус. Мелочь спит у тебя сегодня? Да, помнишь? Я побежал за человеком, после чего мне пришлось сразиться с ним. Но во время битвы он начал со мной флиртовать. Так что мы все это прервали и пошли на свидание. Но во время свидания я осознал, что не испытываю таких же чувств к человеку. В процессе всего стало поздновато, и человек решил оставаться в гостинице. Но, похоже, там было шумно. Так что он вернулся, и ты прочитала мою любимую часть ночной истории. О, все так, папс. Знаешь, пожалуй, вместо Грилби мы можем дочитать эту историю вместе. Санс, это будет чудесно! Но тебе не стоит. Особенно после того, что ты прошел. Нет, я думаю, что это поможет лучше. Я... О, человек! Я сказал тебе оставаться наверху! Привет, малая. О, нет, я напугал тебя. Мне жаль. Малая, я в порядке, не нужно плакать. Все хорошо. Они провели весь оставшийся путь, вспоминая истории из детства. Асфальт приятно принимал шаги товарищей, а специально высаженные деревья сияли от лучей солнца. И тогда пушистый кролик не знал печали. Конец. Эта концовка такая трогательная. Спасибо, брат. Ага. Эй, если ты хочешь, мы можем попытаться освободить для тебя место на кровати. Нет, ты же знаешь, я могу спать где угодно. Здесь очень даже ничего. Тебе нужно отдохнуть, бро. Ой, хорошо. Если ты так уверен, спокойной ночи, брат. Тебе того же.